Эй, ребята, играйте в мяч. Будьте осторожны, чтобы мяч не упал в воду. Я слышал, там могут быть акулы. Похоже, что-то не так. Карл, тебе лучше проверить. Уолтер направлялся на футбольный матч. Он рефери. Похоже, на дороге слишком большая пробка. Уолтер не может проехать, а игра не может начаться без него. Супергрузовик здесь, чтобы помочь тебе, Уолтер. Есть идеи, Карл? Я не думаю, что это сработает. Правильно, тебе нужно трансформироваться. Все на борт! Отлично! Суперпоезд объедет пробку! Вау, так быстро! Вот так дела! Карл, тебе придется перепрыгнуть через мост, иначе Уолтер не успеет. Вау, ты сделал это! О, нет! На дороге слишком много мусора. Вы не проедете здесь? Уолтер, выходи. Все в порядке, у суперпоезда есть план. Просто доверься супергрузовику. Все хорошо, Уолтер. СТ-3000 знает, куда тебя доставить. СТ-3000, вперед! Все верно. Футбольный рефери летит на игру. Уолтер, ты попал на поле как раз вовремя. Ха-ха, я люблю футбол! Привет, Карл! Ой, прости, Карл! Похоже, у тебя срочный вызов. Давай-ка посмотрим, у кого проблемы на этот раз. Так, малыши праздновали день рождения на крыше.
О, нет, флажки загорелись. Малыши в огненной ловушке. Вперед, давай же их спасем. Эй, малыши! Супергрузовик уже здесь, чтобы выручить вас! Да, нужно немедленно потушить огонь! Хорошая идея. Пожарный грузовик быстро справится с огнем. Человек-паук здесь, чтобы спасти вас, ребята. Ура! Малыши в безопасности! А теперь тебе нужно спуститься, малыш-человек-паук. О, нет! Огонь снова разгорелся! Супергрузовик, действуй быстро! СТ-3000? Ну, конечно! Еще больше воды! Супергрузовик, кажется, уже пора остановиться. Точно, супергрузовик. Похоже, это лучшее место для праздника. Малыши, а ну-ка расскажите, кто ваш любимый супергерой? Супергрузовик? Как мило! Потрясающе! Так весело! Отличная идея, супергрузовик. Кажется, кому-то нужна твоя помощь. Пора отправиться на базу прямо сейчас. Дети играли с магнитом около канала.
и магнит упал в канал, а один из малышей решил отправиться за ним. И тут появились акулы. Супергрузовик, тебе нужно скорее помочь ребятам. Малыш, пожалуйста, успокойся. Очень скользко. Супергрузовик, ты собираешься трансформироваться? Грузовик на присосках? Отличная мысль! Все в порядке, малыш. Супергрузовик здесь, чтобы спасти тебя. О, нет, эти акулы снова здесь. Как мы можем справиться с этим, супергрузовик? Самосвал! Малышу нужно спрятаться внутри тебя. Смотри-ка, дети достали пандус. Давай, супергрузовик, у тебя получится! О, нет, акулы здесь! Супергрузовик, используй СТ-3000, чтобы выбраться. Да, теперь вы в безопасности. Ну, это был очень насыщенный день. Вы все заслуживаете горячего шоколада. Спасибо, супергрузовик, ты настоящий герой. Вот это да! Как весело! Кому-то понадобилась помощь супергрузовика. О, нет, кажется, малыш заболел. Малышу нужна шапка и шарф. Думаю, у Массимо что-нибудь найдется. Мы можем забрать их по пути. О, нет, улицу совсем занесло снегом. Супергрузовик, стой, ты тут застрянешь. Тебе нужно как-то растопить весь этот снег. Грузовик-катапульта? Потрясающе! Да, получилось!
Угу. Массимо, дай, пожалуйста, шарф и шапку для этого малыша. Будьте осторожны, вся улица покрыта льдом. Нам нужна еще одна трансформация. Да, грузовик на присосках! Давайте скорее поедем спасать малышей! О, нет, все трое детишек замерзли! Супер, грузовик, тебе нужно быстро ходить! Но как это сделать? СТ-3000 нам поможет. Ух ты, ты клонировал Эмбер. Теперь мы можем одеть малышей в два раза быстрее. Да, у нас получилось. Малышам снова тепло. Вот так наш новый снежный дружок. Счастливого Рождества, друзья. Супер, грузовик, малышам нужна помощь с санками. Карл, тебе нужно трансформироваться, чтобы добраться до детей. Малыши, вы собираетесь кататься вниз с большой горки? А вы сможете вовремя затормозить? Горка заканчивается, и малыши не могут остановиться. Супер, грузовик, используй СТ-3000. Ха-ха-ха.
Фух, отличная работа, Карл. Спасибо тебе, супергрузовик, за спасение малышей. До скорой встречи, друзья. Сегодня суббота, и малышам нечем заняться. Им так скучно. Почему вы такие грустные, малыши? Вы бы хотели чем-нибудь заняться? Малышам так скучно. Тебе нужно что-то с этим сделать, супергрузовик. Может быть, карусель? Давайте покружимся. Нет? Качели тоже не хотите? А как насчет нескольких фокусов? Вы бы хотели увидеть немного магии? Вот это да! Абракадабра! Вам понравилось? Хотите посмотреть еще? Абракадабра! Сейчас Билли исчезнет. А куда подевался Билли? Малыши хотят еще. Они хотят чего-то по-настоящему особенного. Ну хорошо, супергрузовик, давай вернем их обратно. Что, что-то не так? Ты не можешь вернуть их обратно? А что же теперь делать? Суперпылесос! Потрясающе! Абракадабра! Пылесос, верни всех на землю! И не забудем про Билли тоже. Да, ты спас их, супергрузовик. Молодец. Это было так весело. Малыши снова счастливы. Еще один фокус, супергрузовик. В этот раз самое настоящее мороженое. Наслаждайтесь, друзья. Привет, Кэрри. Здравствуй, Чили. Пицца выглядит очень аппетитно. Ты приготовил ее вместе с Кэрри на день отца? Твоему папе Фрэнку она очень понравится, Чили. Привет, Скайлер. Ты, похоже, проголодалась. Не хочешь попробовать пиццу, которую Чили приготовил для папы на день отца? Кэрри положила немного острых перчиков чили на эту пиццу. Ой-ой, может быть, Скайлер просто не любит такую острую пиццу?
О, нет! Скайлер плюется огнем! Привет, Дженни! Здравствуй, супергрузовик! Вы не поверите, что только что произошло в закусочной! Да, ну вот это и произошло! Берегитесь! Нам нужно как-то помочь Скайлер перестать плеваться огнем. Скайлер, пожалуйста, остановись. Мы знаем, как помочь тебе. Успокойся. Супергрузовик сейчас трансформируется. Супергрузовик – пожарная машина! Вот так! О, нет! Она сейчас чихнет! Осторожно, супергрузовик! О, нет! Супергрузовик, сделай что-нибудь! Похоже, это не работает, супергрузовик! У тебя есть еще идеи, супергрузовик? Замечательная мысль! Привет, Чили! Ты знаешь, где Скайлер? Ей, должно быть, очень хочется пить после такой суперострой пиццы. Я думаю... Да, именно! Ей нужно попить! Она, наверное, поехала к каналу. Двигаемся туда. Вот она! О, нет, она сейчас снова чихнет! Еще один пожар! А на мосту повсюду жидкий цемент. Фрэнк, нужно потушить этот пожар! Чили, пожалуйста, дай Скайлер чего-нибудь попить. Вы двое, давайте потушим пожар. Наконец-то! Молодцы, ребята, пожар потушен. Супергрузовик, нужно развести мост для Бобби. Супердрель! Невероятно! Да, у тебя получилось! Так много проблем из-за одной пиццы! Ой, извини, я забыл, что это был сюрприз для тебя, Фрэнк. Не волнуйся, Скайлер, больше никаких специй на сегодня. С днем отца тебя, Фрэнк! Чили приготовил эту очень острую пиццу специально для тебя. Слишком острая? Ну, конечно, ты же любишь остренькое. Какая чудесная вечеринка, посвященная неделе акул у вас здесь, друзья. Какие у вас замечательные костюмы. Что ж, хорошего праздника, ребята. Эй, притормози, Джерри. Он едет слишком быстро, Матильда. Тебе придется выписать ему штраф. Он едет к пирсу. Будь осторожен, не упади в воду. Матильда, помоги ему! Давай! Ты почти его поймала! О, нет! Теперь вам двоим нужна помощь! Супергрузовик! Матильда и Джерри упали в воду! Тебе нужно им помочь! Поехали! Они рядом с пирсом! Давай же, супергрузовик, они в беде! Смотри, вот они!
Не волнуйтесь, друзья, супергрузовик уже здесь. Тебе нужно вытащить их из воды. Как ты это сделаешь? У тебя есть идея? Здорово! Нет ничего лучше, чем лодка для спасения на воде. Теперь тебе нужно вытащить их на берег. Что это? О, нет, это же настоящие акулы! Мы в большой беде, супергрузовик! Стойте, неужели эти акулы влюбились в Матильду? Конечно, они думают, что ты красивая акула в этом костюме. Ну, полагаю, этим двум ты не слишком уж нравишься. Нужно их как-то отпугнуть. Прекрасная мысль, супергрузовик. С помощью этих громкоговорителей ты точно отгонишь их. Ох, какой неприятный звук. Уверен, акулам он тоже не понравится. Это работает. Они уходят. Но осталось еще кое-что сделать, супергрузовик. Не переживай, Джерри. Супергрузовик вытащит тебя из воды. Я думал, акулы уже уплыли. Извините, милые акулы, но этого не произойдет. Не переживай, Матильда. Теперь влюбленные акулы тебя не достанут. Молодец, супергрузовик. Теперь ты можешь возвращаться на вечеринку. Какое приключение! Наконец-то все в сборе и в безопасности. Ой-ой, Джерри, тебе штраф за превышение скорости. Ха-ха. Привет, Гарри, у тебя день рождения. Посмотри туда. С днем рождения тебя! Давай, задувай свечи. На старт, внимание, вперед! Что происходит? Куда подевался праздничный торт? Посмотрите-ка туда! Крокомобиль его украл! Время трансформироваться! Хорошая мысль. Полицейский может арестовать преступника. Суперполицейский грузовик едет на помощь. Не дай ему сбежать, супергрузовик. Берегись. Неплохо. Вот это пируэт, ха-ха! Крокомобиль пытается сбежать вон туда! Он направляется в туннель! О, нет! У меня очень плохое предчувствие! Ты думаешь, что сможешь проехать через это? Тебе нужно доехать до выхода из туннеля быстрее, чем он. Думаешь, нужно снова трансформироваться? И какую трансформацию ты задумал? А
Отличная идея! Будучи монстр-траком, ты с легкостью сможешь проехать через парк к выходу из туннеля. Игра окончена. Берегись! Нельзя дать ему уйти. Думаю, пора воспользоваться СТ-3000. Не так быстро, крокомобиль. Ха-ха, торт снова у нас. О, хорошая попытка, крокомобиль. Обратно ты его не получишь. Крокомобиль, посмотри назад. Сюрприз. Ха-ха-ха, не дайте ему уйти. Это твоя награда за воровство. Почему ты взял два куска, супергрузовик? Ты сожалеешь о том, что сделал? Привет, крокомобиль. Что ты собираешься делать с этими бочками? Крокомобиль, в бочке течь. О, нет, нефть загрязняет океан. Вот это да, какой пируэт. О, нет, нефть разливается по воде прямо к акулам. Остерегайтесь нефти. Супергрузовик, в океане разлив нефти. Из-за нее акулы в опасности. Время трансформироваться. Суперлодка готова спасать акул. Давай начнем с первой акулы. О, нет, акула недостаточно быстрая, чтобы уплыть от пятна. Супергрузовик, используй рыбацкую сеть. Давай отвезем тебя подальше от этой нефти. Теперь ты в безопасности. Осталось спасти еще двух акул. Теперь давай спасем вторую акулу. О, нет, пятно нефти заблокировало путь. Превосходно! Акула, забирайся сюда. Пристегни ремень, акула, потому что супергрузовик сейчас полетит. Давай отвезем акулу в безопасное место. Малыш окружен нефтью, и она уже совсем близко. Тебе не добраться до малыша, будучи лодкой. Время трансформироваться. Супервертолет спасет акуленка. Не волнуйся, малыш, супергрузовик уже здесь. Давай, малыш, хватайся крепко за полозья. Надеюсь, это не больно. Семья акул официально спасена. Но тебе все еще нужно очистить океан от нефти. Пора воспользоваться СТ-3000. С помощью суперпылесоса ты быстро очистишь воду. Отличная работа, супергрузовик. Посмотри туда. Это крокомобиль, и он продолжает выбрасывать мусор в океан. Осторожно, супергрузовик.
О, нет! Супергрузовик тонет! Крокомобиль тоже расплачивается за свои поступки. Посмотри туда, супергрузовик. Акулы спасли тебя, супергрузовик. Но где крокомобиль? Малыш-акула хочет удостовериться, что крокомобиль больше не нанесет вреда природе. О, вы готовитесь к параду? Что это за звук? А, это ты, Уолтер? Ты тоже на парад, Супертрак? Постой-ка, а это кто? О, нет! Держите вора! Как его найти? Попался! Придется тоже трансформироваться. Класс! Теперь поймаем двойника. Вот и он! Давай, ты справишься! Ты догнал его! Эй, это опасно! О, нет! Кэрри приняла тебя за вора! Теперь все злятся на тебя, Супертрак! Берегись, Матильда! Эй, смотри, куда едешь! Нужно его остановить! Он ездит слишком быстро! Матильда, все хорошо? О, нет! Матильда тоже считает, что это твоя вина! Нужно найти твоего двойника и оправдать тебя! А вот и двойник. Ты можешь его поймать. О, нет! Твой двойник ускользнет. Матильда арестовывает Супертрака. Здесь доктор Зик. Это его рук дело? Ты не того поймала, Матильда! Теперь в погоню за преступником! Нужно что-то, чтобы его поймать! Сетка мед идеально подойдет для отлова негодяев! Вот и он! Ты можешь его поймать! Целься хорошенько. Их планом было поймать доктора Зига. Хитро придумано. Его проделкам конец. Теперь все видят, где настоящий Супертрак. Время для парада. А? Что стало с цветами марли? Это отряд спасателей. Наверное, где-то беда. О, нет! Два тираннозавра устроили пожар. Но спасатели здесь. Спасатели, вам нужно потушить пожар. Супертрак, ты знаешь, что делать. Пора трансформироваться.
Суперпожарный спешит на помощь. Эти машины напуганы. Им нужна помощь. Отлично, Матильда. Так ты выведешь машины из парка. О, нет! Динозавры вернулись! Они гонятся за Матильдой из-за светящихся жезлов. Быстрей, Матильда! Ускорься! О, нет! Надо остановить динозавров, пока они не выбежали к машинам. Они не останавливаются. О, нет! Берегись, Матильда! Вперед, Матильда! Вперед! Из-за динозавров машины перевернулись. Супертрак, ты должен помочь Эмбер. Пора трансформироваться. Эмбер и суперскорая помощь помогают пострадавшим. Отлично, спасатели! Этим машинам уже легче. О, нет! Динозавры все еще гонятся за Матильдой. Есть идеи, суперскорая помощь? Отличный план, суперскорая помощь! Нам нужно вывести динозавров из города. О, нет! Впереди пробка. Там не проехать. Ты знаешь другой путь, суперскорая помощь? У суперскорой помощи новая идея. Время для супертрака 3000. Суперскорая помощь пустит в ход паутиномет. Попробуй еще, суперскорая помощь. О, нет! Динозавры приближаются. Берегитесь, суперскорая помощь и Матильда. О, нет, Матильда, динозавры снова увидели твои жезлы. О, так в этом ваш план? Суперскорая помощь и Матильда приводят новый план в действие. Суперскорая помощь перегораживает перекресток с помощью паутины. Суперскорая помощь, а как же эта дорога? А-а-а, вот какой у вас план. Понятно. Суперскорая помощь и Матильда ведут динозавров в ловушку. Динозавры уже на подходе. Матильда, ты готова? Посчитать вместе с тобой? Ладно. Раз, два, три. Получилось, Матильда. Динозавры пойманы. Динозавры, кажется, рады снова быть в лесу. Ведь здесь их дом. Какой прекрасный день для сбора фруктов! Фрэнк, что с тобой? О, нет! Он стал злым! Берегитесь! На помощь! Злой Фрэнк стреляет слизью. Отстань от них, злой Фрэнк. О, нет! Бен застрял в кубе слизи. Бену нужна помощь. Пора трансформироваться. Суперпожарный спешит на помощь. Бен свободен. Теперь пора найти Фрэнка. Здесь еще больше слизи. Берри тоже нужна помощь. Молодец, Супертрак.
Но нам надо найти Фрэнка. О, нет! Чили тоже застрял в слизи. Ты поможешь ему? Фрэнк заточает всех в кубы слизи. Надо его остановить. Вот он! Санни, не сдавайся! Помощь уже в пути! Санни, заезжай в лабиринт. Там можно спрятаться. Злой Фрэнк в замешательстве. Надеюсь, он не найдет Санни. Санни, убегай! Берегись снарядов из слизи! Не сдавайся, Санни! О, нет! На помощь! Супертрак, скорее помоги! Хватит с тебя слизи, злой Фрэнк! Осторожно, Супертрак! Ловко ты защитился! Их слишком много! Тебе лучше уйти! Быстрей! Нужно что-то сделать, пока ты тоже не застрял в слизи! О, да! Прекрасная идея! Время для Супертрака 3000! Телекинетический луч с ним справится! Пора сдаваться, злой Фрэнк! Готов, Супертрак? Давай! Получай, злой Фрэнк! Хорошо, что Фрэнк пришел в себя. Молодцы, что убрали всю слизь. О нет, в городе пожар. Смотрю, ты устал. Справишься, Супертрак? Тогда потушим пожар. Супертрак, убери мусорку от огня. Ого, вот так чих. О нет, пламя распространяется. Пора трансформироваться. Супер-пожарный готов потушить огонь. О, похоже, ты обезвожен, Супертрак. Нужно усилить напор. Старайся изо всех сил. На помощь приехал Фрэнк. В центре города еще пожар. Супертрак разберется. Фрэнк подъедет, когда закончит здесь. Сегодня полно пробок. Включи сирену, чтобы тебя пропустили. У Супертрака мало энергии. Даже сирена едва гудит. Берегись! Плохо дело. Ты уверен, что справишься, Супертрак? О, нет! Супертрак выпускает слизь! Матильда, Супертрак болен. Ему нужен отдых. Супертрак все равно хочет помочь. Остановись, Супертрак. Ты только себе навредишь. О нет, Супертрак начинает все ломать. Отряд спасателей, Супертраку нужна помощь. О нет, Супертрак теряет сознание. Ты попал в больницу, Супертрак. Эмбер о тебе позаботится. Супертрак волнуется из-за пожара в центре. Не переживай, Супертрак. Фрэнк его уже тушит.
Эта таблетка восстановит здоровье. Супертрак хочет поехать на помощь. Эмбер должна провести осмотр. Температура снова в норме. Супертрак полностью здоров. Супертрак должен спасти Фрэнка, пока не поздно. Время для Супертрака 3000. Супертурбины домчат тебя в два счета. Отлично. Сирена снова работает. Держись, Фрэнк. Помощь уже в пути. Вода из шланга течет с полным напором. Продолжай в том же духе, Супертрак. Хоть бы Фрэнк был цел. А вот и Фрэнк. Убедимся, что он не пострадал. Эмбер хочет провести осмотр, Фрэнк. Не зря Эмбер волновалась. Доброе утро, Лили! Здравствуйте, малыши! Куда вы направляетесь в этих касках? О, экскурсия на стройку? Ха, как весело! Хорошей поездки! Ой-ой, берегитесь! О, нет! Держитесь крепче, малыши! И здесь нет никого, кто мог бы вернуть мост обратно! Ты можешь продержаться, пока не прибудет помощь, Лили? Хорошо. Без паники, друзья! Супергрузовик разберется с этой проблемой! Карл, на канале чрезвычайная ситуация. Лили и дети застряли на мосту. Ты можешь помочь? Супер, вперед! Что же нам делать, супергрузовик? Хорошая мысль. Нам нужно транспортное средство, которое сможет перемещаться по каналу. Вау, суперлодка! Потрясающе! О, нет, малыш падает! Быстрее, супергрузовик, лови его! Отличный улов! О, нет! Карл, скорее, используй сеть! Фух, это было опасно! Ты в порядке? Оу-оу, супергрузовик Лили больше не может держаться на мосту!
быстрее, используй СТ-3000. Ну скорее же! Да, ты можешь использовать телекинетический луч, чтобы заставить мост закрыться. Упс, держись, Лили. Все в порядке, супергрузовик. Просто попробуй еще раз. Вот это да! У тебя получается! Слава богу! Не волнуйтесь, теперь вы в безопасности, друзья. А вот и мы. Ребята, я так рад, что вы отправились на экскурсию. Супергрузовик спас сегодняшний день. Как всегда. Хорошая идея, супергрузовик. Возможно, строительной бригаде нужно починить мост. Повеселитесь, друзья. До скорых встреч.